как всегда, у нас в межсезонье присутствует 5 городов Украины, вся восточная и центральная Украина. Были у нас сегодня большие гости. Сегодняшний турнир посвящен открытию нового зала у нашего товарища Назаряна Артака, клуб «Спартак». Он нас сегодня принимает. Сегодня мы проводим турнир здесь. Он приурочен к открытию зала. У нас профессиональный дивизион приглашается, и они борются за призовой, денежный призовой фонд. Хочу всем спортсменам пожелать и удачи, и чтобы они росли, несмотря ни на что, даже бывает нет поддержки, бывает нет настроения, чтобы у них всегда все получалось, не было травм, они достигали своих успехов, высот. Сегодня мы в бойцовском клубе «Спартак» проводим открытый кубок Харьковской области совместно с Федерацией ОДСИ. Мы рады приветствовать всех спортсменов. Здесь собрались с разных областей. Всем участникам соревнования хотелось бы пожелать побед, без травм, чтобы обошлось все. Наш клуб «Спартак» приглашает всех на тренировки. Ребят, приходите, будем всем рады. В дальнейшем у нас большие цели развивать этот спорт, как борьбу, так и ММА. Мы открыли этот не просто спортзал, а хотим сделать целый комплекс, лагерь, чтобы были все условия для спортсменов, для подготовки и для развития на дальнейшие за границу, чтобы возить. Все было у нас. Тренируюсь у Артака с момента открытия зала, это около 2 месяцев у Гранта. Он преподает в этом же зале тайский бокс, тренируюсь около 10 лет. В принципе, всем доволен. В зале есть абсолютно все условия, которые только нужны для развития. Нужны для сгонки, есть бани, для борьбы есть Артак, один из лучших борцов, которых я знаю. Гранд Тай преподает, я 5-кратный чемпион Украины, мастер спорта, он мне сделал. Тут это все благодаря им. Тут дружный коллектив, очень дружный коллектив. Плюс к тому, всегда по воскресеньям какие-то мероприятия, командные. Сегодня первый раз выступаю по грэпплингу, надеюсь на победу, но... Пока что делаю для опыта, потому что готовлюсь к смешанным единоборствам. Хочу попробовать в ММА свои силы. Надеюсь, все получится. Тренера мне помогут в этом, я не сомневаюсь, на 100%. Я сам из Одессы, из РД Спорт. Тренируюсь с Романом Долидзе, наш главный тренер, боец UFC уже. Тренируюсь под руководством Романа Надаровича уже 8 лет. Помимо того, что я смог достичь спортивных побед, достичь звания мастера спорта, также он мне помог развивать личные качества, которые важны в жизни. Вообще в идее нашего клуба РД Спорт лежит стремление к победе и только это.